Отборочный этап всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства стартует в Московской области 14 сентября. Прием заявок на региональный тур продлится до 11 октября. К участию приглашаются социальные предприниматели Одинцовского округа. Областной этап пройдет уже в шестой раз. В этом году его проведут в онлайн-формате. Лучшие проекты Подмосковья представят на всероссийском этапе.